Что-то похоже, эта комната была для врача, который сдох на... Чем бы вас прибить-то, а? Отлично. Иди отсюда, иди отсюда. А, испугались, твари? Иди сюда, мусор тебя ждет. Зараза, начинается веселье. Хоть сейчас бери эту импульсную винтовку. Кто там? На что я трачу патроны? Фиг, здесь так темно-то везде, а? Свечка горит, но нифига не светит. Потрясающе. Хорош сливать отходы мне в ванную. Сатанисты какие-то, блин. Не удивлюсь, что вы все передохли. Так, здесь я не был. Так что заходим. Посмотрим, кто здесь, что здесь. Салли 3. Текстовое сообщение Салли Хеннен. По-моему, Марион Хеннен. В общем, Марион, это Салли. Ты найдешь это сообщение, когда придешь за моими оставшимися вещами. Я старалась ничего не забыть, но вокруг происходят удивительные дела. Перерождение случится очень-очень скоро. Как они и обещали. Это особый случай, выпадающий раз в жизни. Вернее, раз за миллион жизней. Они говорят, что мы готовились к этому событию еще до того, как стали людьми. Представляешь, насколько особенно мы себя чувствуем? Мы те, кто увидит все своими глазами. Я так взволнована, что у меня мурашки идут по коже. Меня даже знобит. Все, мне пора. Церемония начнется через полчаса, и я не хочу опаздывать. Пока, сестренка, люблю тебя всем сердцем. Приходи, присоединяйся к нам. Все, пока. О, присоединяйся. Хочешь стать некроморфом? Пожалуйста, присоединяйся. Они, то есть, добровольно подвергаются заражению. Но, видимо, поэтому заражение так быстро и распространяется. Так, секунду. Так, ну что, погнали дальше. Ладно, здесь больше ничего нет. Судя по всему, можно проходить. Изя может пройти вперед. Так, чё? Чего? Задача. Задача, отлично. Задача. А вот когда я найду костюм второго уровня, скажите мне, пожалуйста. Вот главная задача. О боже, пони болезнь. У меня зародился болезнью скайпа. Постоянно видеосвязь врубается в голове. Еще и с понями. Ладно, ладно, это нормальная лошадь. Может, даже конь. Ну да, у него что-то там между ног торчит, значит, конь. А! Хорош срать-то! Я ничего не тру... Там, видать, сенсорный этот. Отходишь, само сливается. Да! Серьезно? Здесь тоже сортир. Ладно. Пойду-ка я, пожалуй, эту воду всю потрачу. Ой, мистер Жираф. Здравствуйте. Конечно, мне сюда. Но, конечно же, мне не сюда. Сначала мне нужно все обыскать. Да вообще не видно. Вы видите, где она валяется? Я лично не вижу. Вот она валяется. Просто на ощупь. Отлично. Здесь люди крайне конкретно свихнулись. Нормально, еще какие-то статуи, как будто в Египте. Что, блин, происходит? Что за РПЦ?
Обелиск. Шмобелиск. Не хватает только Роллс-Ройса. Или что там, Майбаха, о. Серьезно, то есть я без всякого чипа и так далее, меня просто нашли. Ладно. Башни Кассини, восточное крыло. Что-то западное, восточное. Ноль отличий, черт возьми. Чем бы в тебя пульнуть? Ты ж по-любому не мертвый. Нет, ты мертвый. А чё ты мертвый? Я в тебя не стрельнул нормально даже. Крушить! Трупы ломать! Все! Расчленять все! Изя крайне злой в этой игре, конечно. Он просто заставляет расчленять просто. Даже в Serious и Сэмми не заставляли расчленять. Даже в Манханте не заставляли расчленять. Здесь заставляют расчленять трупы. Господа, это прорыв в уровне жестокости. В третьей Dead Space, наверное, надо будет пожирать трупы своих противников, чтобы получить из них лут. Я не удивлюсь. А то есть быстрое сохранение. Это радует. У нас здесь все закрыто. Для Изи и все закрыто, а надо было открыть. Что за... Спокойно. Не рыгать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Не рыгать! Блин, в чем бы тебя пульнуть? Калюня? Прошу прощения. Тихо-тихо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Да твою налево! А, это замедляющая хрень. Она не дамажит. Лежать бояться! Морды в пол, тварь! Тихо-т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 ихо
заниматься. Бухгалтерию подсчитывать. Дебет, кребет, кредит, дебет, господи. Что ж такое-то? Я уже это выговорить не могу. Все из-за того, что мне в шею вцепилась какая-то тварь. За бесплатно причем вцепилась. Отлично спрятали схему. И что это у нас? Дротики. Дротики, да? Дротики. Они и так продавались в магазине, мать вашу. Кстати, этой штукой можно нехило так поупарываться. Блин, темень как в заднице. В принципе, это, судя по обстановке, и так задница полная, но... Если я уж в заднице, я хочу видеть, что я в заднице, а не догадываться на ощупь. Твою-то мать. Разрабы, вы говнари, вот просто официально. Да как так можно было упороть игру-то, добавив туда все, что должны, блин, вы сами искать? Охренительно, да? Молодцы какие. Просто молодцы. Покупай DLC. Это официальные читы. А где этот тот труп, который меня бил? Куда-то просто пропал. Как я его расчленять-то буду? Ладно. Пойдемте отсюда. Хватит с меня этого бреда. Все лучше и лучше. Все краше и краше.
На Шибуре такой фигни не было! Я уже в церкви. Это я наугад должен, да? А, только воздух. Немножко того. А где мой лут? Дейна, the Church of Unitology? Why here? It's one of the few places on Titan Station that Tidemen can't monitor. Separation of church and state. No, Dana, we shouldn't be in here. This is the last place we want to be right now. Isaac! My brother died trying to rescue you. This is important. This will work. I'm in a safe room at the top of the church. Meet me there, okay? Очередная свиданка. Используйте... Че? А что за кнопка перед С? А, погоди. Нет, погоди. Это что? Что это была за кнопка? В конце концов. Алло? Эй! Да как так-то? А? Нормально. И вы мне, твари, только сейчас об этом сказали. Хорошо-то как, а? Как все вовремя-то? Здравствуйте. Ну, посчитаем. Гиды, внимание всем гидам, следите за тем, чтобы посетители постоянно находились возле, в поле вашего зрения. Посторонним лицам вход в центр посвящения строго запрещен. Помните, вы луч света для тех, кто блуждает во тьме. Ну и где все гиды? Здесь темно, как в заднице. Эй, луч света, алло. Все поувольнялись, что ли, или обосрались? Когда действительно стало темно. Замечательно. Господи, еще и солнце выглянуло из-за тучки. Некроморфы собрались в кучку. Главный некроморф сказал. Куда я вообще иду? О, сувенирный магазин. А давайте вы здесь еще напекаете каких-нибудь сувениров в магазин, а? Вот это будет полный атас. Текс, дротики, ага. И так все было, и так эти дротики были. Поэтому мне столько хлама разношерстного валится и забивает мне инвентарь. То есть, это не просто забивает меню магазина, но и забивает, изменяет баланс игры. Потому что изначально мне бы выпадало тогда просто либо плазменные заряды, либо магазины для лазерной винтовки. Все. Но так как здесь все по умолчанию уже открыто каким-то раком, мне выпадают и импульсные заряды, и силовые блоки, и дротики, и мины. Всего понемногу, и все это забивает инвентарь. То есть, вот видите, да? То есть, вот это. Такая срань. Поломали всю игру с этой фигней. Кошмар. Я даже не знаю, что на этом этапе должно быть. 3000. Меня очень смутило положение того чертежа. Может, здесь и чертеж костюма будет в какой-нибудь заднице находиться? Это меня больше всего беспокоит, пожалуй. Так, ладно.
Конечно, полный пипец. Так. А, кинезис теперь не грейдится, да. Кинезис теперь грейдится в иксе. А стазис? Стазис отдельно, да? Да, стазис отдельно. Что значит атака? Какая атака? Какая атака? Улучшает скорость перезарядки на 10 секунд. А при чем есть надпись «Атака»? Да как так можно было все поломать, чертовы мать? Еще и локализацию, что ли, сломали? Классно. Читальный зал. Ну-кс. Здесь будет что почитать, судя по всему. М-да. Два истока. Слияние двух истоков. Из откровений нашего спасителя Майкла Альтмана мы знаем, что все формы жизни во Вселенной тесно взаимосвязаны. В конечном итоге все сольется воедино. Будет только один разум, одно тело, один голос. Приплетенные витки обелиска являются наглядным тому подтверждением. Переплетенные. Мы же, в свою очередь, воплощаем созданный им образ, переплетая руки и складывая пальцы вместе. Новые русские, что ли? Или рэперы? Средние пальцы, если вместе сложить, типа респект. Этим священным церемониальным жестом мы приветствуем друг друга и начинаем все наши церемонии, обыденные и особенные. Давайте еще там фистингом займитесь под религиозными предлогами. Да, читальный зал — самое место для... Пошел вон! Хватит лоботомии! Пошел нафиг! Я тебя просто так голыми руками сейчас захерачу. Понял? Не на того нарвался, полудурок. Ну, естественно, импульсные заряды. Поломано все к чертям, это сложности добавляет. Естественно, я вижу символы, они тут вокруг нарисованы. На 360 градусов. Так, так, так. Так, а там еще какая-то дверь? Или я здесь был? Да, я здесь был. Я везде был. Что? Чё, кого? Алло. Кто там издает всякие звуки? О, здесь точно будет заражалка. Слишком много трупов здесь валяется, для того, чтобы здесь ни черта не было. Господи, сколько здесь всякого этого. The second cycle was more harsh, resulting in a pressure snap that popped people's ears and sent several to medical. That was not needed. Я опять не успел дочитать. Да вы тут до зубов вооруженные все, смотрю, такие религиозные, что прям пипец. А у меня, блин, патронов меньше. У сварщика. А вы кто такие? Исповедальня, замечательно. Наведаю сюда как-нибудь. Администрация посвящения духовенства. Может, в саентологи податься.
magnificent library holds copies of the church's most sacred texts and is a regular meeting place for the Unitology scholars as they debate the glorious mysteries of the Black Marker. Note the intricate details of the stained glass roof, forged from the hand-filtered sand of Titan itself. Значит, черный обелиск у нас на этот раз будет, да? А белый где? В третьей части. Если белого не будет, это будет полный расизм. Да какого? Всю обойму потратил. На тебе книжка по балде. Опять самый импульсный заряд, да что ж такое-то? Серьезно? Чего? Это тварь внизу. Понятно. Эта тварь еще и не одна. Да господи. Ну и мясо. А откуда вы беретесь-то? Ядрить опять все ненужными патронами для несуществующих у меня пушек. Сейчас забьется. Конечно, конечно. 500 раз еще вдобавок забьется. Где уже схема силового, не силового? Господи, почему я постоянно силового костюма называю? Все-таки для второй части лучше бы... Блин, случайно нажал. Лучше бы все-таки за счет силовых узлов улучшение костюма сделали бы. Мне кажется, так было бы рациональнее. Он типа якобы уже улучшен, и так? То есть с него платы не снимали. А схем здесь днем с огнем не сыщешь. Они в какой-то заднице постоянно запиханы. Приходится каждый уголок осматривать. Держу пари, что наверху вот башня будет. Там, где мы с этой тёлкой должны повстречаться. Вот, скорее всего, там будет костюм второго уровня. Если он вообще в этой игре существует. Начнем с этого. Смотри, давайте посмотрим, насколько я близок, так сказать, геймдеву, да, по логике вещей. Уже и так понятно, что по логике этих наркоманов, которые делали эту игру, я на 180, блин, градусов повернут. Но, по идее, здесь должен быть где-то в костюм второго уровня. Ну, отлично. Потрясающе. И нафига это? А, нет, погодите. Странно, ну ладно. Ассасин предлагает поиграть в баскетбол. Хорошо. Наркомания зашкаливает. Ну, это стекло по-любому сейчас рванет. Ну, или чуть-чуть попозже. Оу, ворнинг. Да, судя по всему, мне придется туда идти. Но не сейчас. Слишком здесь много обоим для отсутствующего боя, да? Расхитаны. Враги будут по-любому.
Я лучше пока оставлю. Погодите, что? Ага, понял. Не понял, но понял. Так, найдено текстовое сообщение. Может быть, текстовое сообщение прояснит ситуацию? Результаты отборочного теста. Результаты ознакомительного теста, фаза 1. Кандидат Кейси Мила. Стремление к социальной интеграции высоко, покорность низкая, доверчивость низкая. Не подходит, короче. Толерантность к неопределенности высокая. Но, может, и подходит. Разочарование в обществе низкое. Идеализм высокий. Восприимчивость к состоянию транса низкая. При чем есть вандализм? Уверенность в своих силах высокая. Стремление к духовенству, к духовному развитию низкая. Подверженность пропаганде высокая. Доверчивость низкая, но подверженность пропаганде высокая. Чего? Это напрямую связанные вещи, как бы, не? Короче. Скорее всего, объект достаточно скоро оставит церковь. Возможно, он покинет систему сразу же после обязательной выплаты десятины во время ритуала посвящения. Мы должны положительно относиться ко всем его дальнейшим действиям и интересам. В интересах церкви, но нам не стоит рассматривать его как источник прибыли в будущем. Бомж! Уважаемый, а куда этот щиток вставлять? Здесь попробуй еще отверстие найди. Ну и что? Здесь тоже есть отверстие. Но он никуда не вставляется. А, все это нужно было для... Понятно чего. Ладно. Пускай будет так. Ладно, пойдем со мной. Я знал! Пошел нафиг! Отвали-ка от меня! Слушай! Вандализм запрещен, сказали же. Охренеть. Опять отсюда. Так, вас. В принципе, собирать-то нечего, да? Да, собирать здесь нечего. Зато здесь есть что собирать. Откуда? На огромном не видно их, даже в темноте не видно. Только под определенным углом. А, ну здесь есть эти колья, которые тоже не видно. То, что должно светиться, в этой игре не светится. Зато светится все остальное. Хороший подлак. Куда укатилось-то? Так. Так. Эй! Ты... Куда? Куда она упала? А? Серьезно? Ребят! Господи, что за хрень происходит? Реально, игра полна наркомании и наркоманских моментов.
Тихо. Перестановочка. А главное, листы-то остались на полу, потому что текстурка. Не туда. А вот туда. Сюда точно нужно позвать электрика. Слесарем здесь не обойдешься. Мне нужен электрик Абрамчик. Помимо сварщика Изи. Ну или Мойша, я не знаю. Ладно, Мойша будет уборщиком. Ему больше подходит. Здравствуйте. Что это? Защитный костюм. Приплыли. Приплыли. Так. Так. Больше ничего нет. Не повернулся бы, пропустил. Но! Заметьте, я был, блин, прав. Насчет того, что защитный костюм наверху. Он действительно оказался наверху. Ну, я не ожидал, что он будет в такой заднице. То, что надо там все обыскать. Повернуться туда, куда нужно. В тот момент, когда нужно. Понимаете, вентиляция просто так. Здесь даже оружие не достанешь. Здесь даже хэдкрабы не ползают. О-о-о-о, Е надо нажимать. Слушай, давай без дозы, а? Итак, наркомания. Зато шлем классно сделали. Это у нас что такое? Это у нас планетарная система чего? Не помню, как называется эта штука. Так, силовой узел. Может быть, дальше дверь, которая на силовом замке закрыта. Будет. Реально все надо осмотреть. За кресло посмотреть, за каждое. Потому что завалится и ничего не найдешь. А такое вполне может быть. Ну и что тут у нас? Чё это вообще? Восточное фойе. Чего? А, я здесь был, ладно. Я здесь был, все понятно с вами. Опять солнце вылезло из-за тучки. И опять я ни черта не вижу. Ну чё мы там орём? Мне нужен магазин. Так, здесь нигде не пройдешь. Блин, перегружено. Перегружено, играя элементом поиска. Реально, надо все осматривать. Потому что дизайн стал гораздо более детальным, нежели просто коридоры заброшенного корабля. Сюда пока рано. Еще все эти элементы предметов, которые можно поднять, они вообще фигово светятся, их не видно. Срочно нужен магазин. Нужно улучшить мой костюм. Такс. Ладно, поперли. Че в тупик-то вглядываться? Опять трупы эти.
Трупа заразители. Только непонятно где. Ну чё, будет меня кто-нибудь жрать? Чувак, ты же сварщик. Фиганул бы эту решетку, да и все. Серьезно. Пришлось такой крюк делать. Куда идти-то? Везде тупик. Понятно. Ну что? Кто на меня полезет первым? Кто сдохнет первым? А? Мне куда-то надо идти или просто продержаться? Алло, нападать на меня будут? Да нет. Господа! А теперь я слышу, что сагрились. Это что было? Это что было, мать вашу? Ядрить! Не надо так делать. Я сказал... Слушай, хорош уже. Что, блин, происходит? Башка, отстреливайся, башка! Почему опять вертикальное положение встало? Я не трогал. Скайпом пользуйся. Важно не сдохнуть. Чё, сам не догадаешься? Господи, ну на улице же пасмурно было. Ну, отлично, отлично. Зараза. Так, точно здесь больше ни черта нету ценного. Должно быть, скорее всего. Эти штуки были закрыты, по-любому что-нибудь валяется. Нет. Нет, нет, и еще раз нет. Ну, у тебя отдышка, парень. Ну ладно, поехали. А, куда поехали-то? Сюда поехали. Чё, опять наверх? Ладно. Значит, туда. Нормально. Ядри, здесь темно. Зачем такую темную игру-то сделали? Даже элементов дизайна не увидишь. Черная темнота. Все. Вообще больше ничего не увидишь. Похоронное крыло. Замечательно. Изи сейчас похоронит парочку нехороших должников. А как иначе с ними поступать? Если совсем уже ни в какую не отдают. Нужно, так сказать, преподать урок другим. Это по-любому опять в
в задницу в какую-нибудь, да, в которой мы уже были. Конечно. Так. Магазины, магазины. Магазины, магазины. Магазины, магазины. Ну что, давайте посмотрим. Защитный костюм охранника. Чего? Давайте без этого, серьезно. Импульсная винтовка наносит на 5% больше урона. Базовая комплектация содержит минимум 15 ячеек рюкзака и 10% брони. Ваша КС будет поддерживать все имеющиеся улучшения брони и рюкзака. Все-таки в КС можно улучшать рюкзак. А че я там не видел нифига? Наркомания. Конкретнейшая. Так, давайте посмотрим, что является эквивалентом этому. Костюм охранника комитета. 15 брони, 15 ячеек. Импульсная винтовка, 5% больше урон. Ну, тут преимущество 5% брони. Но! Эта штука стоит 0. Это просто дисбалансная херня. Я не знаю, что... кого чего. Наркоманы, блин. Все, покупаем. Не дай бог, в третьем такая же срань будет. Все бабло потратил на эту фигню. Так, ну ладно. У нас теперь действительно побольше ячеек. Самое главное, что ж там будет с иксом-то? Икс. Какой к черту рюкзак? О чем они? Улучшение рюкзака, видите ли. Видите ли, там где-то улучшение рюкзака спрятались. Я чё-то даже близко не вижу. Никаких улучшений рюкзака. Абсолютно такая же схема плазменного резака, как и в первой части. Абсолютно такая же. Но все это спец с каким-то этим. Заканчивается. А, при попадании поджигает мишень. Вот такого не было. Оканчивалось все вот этим вот. А вот это не было. Ладно. Есть к чему стремиться, так сказать. Что ж, давайте сохранимся. В принципе, если кому-то интересно, почему есть такое разнообразие костюмов, сразу скажу, что в игре есть мультиплеер. Я думаю, именно по этой причине. Это единственная причина, по которой здесь есть такое разнообразие костюмов со всякими бонусами к оружию. На первый взгляд, не нужно его, потому что есть и так отдельное улучшение оружия. Да, действительно, в синглплеере это нафиг не нужно. Не оправдано ничем, но мультиплеер как бы подразумевает, да? Радужное семейство. Я дома.
одеваем кожаные штаны и фуражки. Ну да ладно вам, ребят. Серьезно? Воу-воу-воу, они его жрут! Они его жрут! Посмотрите на это. Они жрут эту тварь. Да. Серьезно, что ли? Я только что потратил все гребаные патроны на это дерьмо. Я даже в свете фонаря не вижу ни черта. Я игру первую хвалил за то, что сделали так, что это хоррор, но фонарик там не используется практически. Всего пару мест, где действительно ни черта не видно. А здесь просто какая-то лютая хрень. А, пацанчик, у тебя откуда здесь? Знаете, вот рандомные трупы тоже что-то иногда дают. Так что лучше все-таки разбивать все трупы, которые вы видите. Я так и знал. Я так, мать ваша, и знал. Ладно. Валим отсюда. Меня заколебал уже эта темная локация. Вылезай оттуда, тварь! Лифт застопорил меня, а! Вылезай, я сказал! Скотина, а! Вылезай оттуда! Вылезай оттуда! Давай! Ты сможешь! У тебя получится! Давай, еще немного! Еще немного, верь в себя! Верь в себя, скотина! Ладно, у тебя ни черта не получится. Тогда отдай мне лут и просто сдохни. Еще раз. А вот теперь пошел вон. Конечность забери, придурок. Фух. Значит, тут еще с ними. Еще захотели. Это мы куда приехали? Морг? Морг. Не курить. А кто будет против, извините? Трупы, что ли? Так, так, так. Что у нас тут за срань? Опять ячейки. Но только уже не с детьми. А хрен пойми с чем вообще. Это, видимо, пищевые запасы. Ладно, пойдемте дальше. Не на что здесь смотреть особо. Ага. Видимо, мне эта баба хотела сказать, ты это, главное, не обкуривайся. Изя, судя по всему, обкурился. Он нарушил главное правило нахождения в морге. Нельзя обкуриваться в морге.
Туда-сюда, обратно. За лутом ходить приятно. На самом деле не очень. В первую часть как-то все было, знаете, один ряд шкафов стоит, все, подошел, обыскал. И все, а здесь постоянно туда-сюда ходить нужно. Это уже третья одинаковая локация, сколько можно-то? Еще 666. А там уже какие-то звуки. Окей. Ничего не валяется. А то я вас знаю, можете запихнуть туда какую-нибудь схему. Четвертое. Ну хоть ты меня порадовал. Не тем, что ты не хочешь подыхать. Просто порадовал. Не значит, что нужно быть бессмертным. Да уж, веселье просто прет. Просто фонтанирует, я бы сказал. Давай еще одну, мне нравится. Все, а что не такая же? Я на этом фоне прицела не вижу. Да короче. Парень, только не говори, что у тебя ничего не вывалилось. Пошел нафиг! Пошел! Вон иди! Не надо! Не надо! Его, в принципе, можно колонну было зафигачить. Чего я в рукопашку полез, непонятно. Ну ладно. Так, ради разнообразия не помешает. Слушай, а? Серьезно. Ты еще и без головы плюешься. Настоящий гопарь. Товарищи. Я так понимаю, вы все вставать будете, да? А чё ты? Повар шибился об стенку просто-напросто. Ладно, ему виднее, обо что и как расшибаться. Главное, чтоб не об меня. Так, с этой стороны нас веселить не будут. Окей. Ну что там, мы выйдем отсюда, наконец-то. А это у нас что такое, простите? Так. Застрявшие гробы. Замечательно. Наряд на выполнение работ такой-такой. Проблема — гробы из усыпальницы, застрявшие на конвейерной ленте. Гробы на конвейере. Я смотрю, у вас тут низкая смертность, господа. Вы уже на конвейер захоронения поставили. Ход устранения. Исследовал конвейер, который доставляет гробы в усыпальницу. Обнаружил один гроб в застрявшей системе. Отключение гравитации позволило высвободить гроб. Потребовалось несколько попыток. Гроб поврежден. При дальнейшей проверке конвейера обнаружил несколько сломанных раздвижных опор, деформировавших ленту. Очевидно, сварные швы опор не были предназначены для эксплуатации при столь низких температурах. Сварщик, потому что... Гомик. Изю надо было звать. Изи вам бы все сварил. Задорого. Все, но все бы сварил. Починил конвейерную ленту, приварил опоры на место. Запустил 5 гробов, система функционирует безупречно. Работа завершена, наряд закрыт. Статус и время ремонта закончен. 5 часов.
Ну, закончен, так закончен. Не ругайся. Зачем же так сразу? Я смотрю, у вас тут, да, действительно безупречно функционирует система. Все нафиг не работает. Это что такое? Кто-то в гробу крутится или что? Я понял, да, туда надо стрельнуть, я понял. Намек более чем ясен. Труборез. Классно. Нет, твою-то налево. Вот ты скотина. Сейчас же улетит куда-нибудь. Давай быстрее бери. Так. А ну-кась. Не. No. Я не успел прочитать. Не дави на мозг, женщина. Так. Тут еще заметь. Понятно. Ясненько, понятненько. Ну давай, давай, давай. Серьезно? А что не так? Спокойно, 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 спокойно. А вентилятор-то зачем врубился? Гравитация у них отключилась. Зато включился вентилятор зачем-то. Ну тогда. Лифт заблокировал. Классно. Классно у вас тут, я смотрю. Это у них конвейер для гробов так сделан, господа. Учитесь. Будете свое кладбище организовывать какое-нибудь. Ну, не свое, не для себя, скажем так. Господи.
Гробы в невесомости парят. Какой кошмар, мать ваша. Не, не сюда. Ультимативно-то все по отношению к дверям. Туда даже пройти нельзя, меня все равно раскочегарило. Классно. А выход-то где? Куда мне надо? Туда. Угу. А как? Тихо. А без стазиса так не пролетишь. Классно. Схема... чего? Ладно. Схема чего-то. Так, куда теперь? Ладно, давайте опустимся. Ты говорит, ты меня отвлекаешь. Я и так иду по своему сигналу. Все, никого не трогаю. Не дурак же, разберусь без вас всяких умных тут.